Всем доброе утро! Сегодня именно то доброе утро, когда я еду с девчонками к маме. Это я еду с своей Дашенькой, еду с Настюхой и Катюхой. Вот, мы едем в село. Им не терпится туда поехать. Тем более мама мне позвонила, говорит: Надь, представляешь, у нас козочка, а то я вам показывала уже, она ходила беременная. Она уже привела козлят маленьких. Так что сейчас посмотрим. Еще со вчерашнего дня мы замариновали шашлыки. Что получилось? Целое ведро вышло. Почти. Видите? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну и на улице у нас солнышко у нас на улице. Бину, что ты трещишь? Ты кушаешь, да? Приятного аппетита, мой хороший. Приятного аппетита. Да, у нас солнышко. Просто сама природа, погода соответствует тому, чтобы ехать в село. Просто я очень счастливая. Когда я еду в село к маме, у меня просто настроение очень, очень классное. Вышли мы уже с дома. Ждем машину. Будем сейчас ехать к Лене. Да, Даша? Да. Забираем девчонок. И... едем к бабушке. Да, это я бабушке там банки везу. Такое, знаете, она нам варенье дает, там ей пустые банки. Ну, мы не только банки везем, конечно. Еще разные сладости там Лена набрала. Много всего. Привет. Привет. Мы приехали к Лене. И собираемся уже с девчонками. И я тут себе заметила, что чего-то нам не хватает. Ну да. Про меня забыли. Забыли о тебе, Дарина. Ей так нравится? Круто, да, Даш? Да. Так я сижу в лайке. Не знаю, где ты там сидишь, в каком лайке. Ну вот, мы уже выехали. Едем на село к мамулечке. Все очень заняты. Три девицы. В телефонах. Я напуган плохой дорогой. Да, Костя напуган. Действительно, очень плохая дорога там дальше. Поэтому я даже сама переживала. Мы думали ехать автобусом. Я предупреждаю, я засыпаю под звуки дождя. Да? В любом месте, даже в лесу. У вас гитара там нет? Нет, там гитары нету. Приближаемся мы уже к селу, так и как в прошлый раз, что-то все серенькое, темненькое и не погодится. Наверное, я не знаю, везучая сильно. Я все время, очень часто, когда приезжаю к маме, все время начинается дождь. А может, это просто совпадение. Васильевич, это сладости. Вот. Лично тебе самая большая шоколадка. Благодарю. Все, мы уже все выгрузили на стол. Да. Смотрите, как кушают блогеры. Только видели? Убрал. Только убрал. Ням-ням-ням-ням. Вот наша деревня. Да, девчонки? Да. Довольны? Вам хоть нравится? Да, очень. Мы кушаем больше. Как одно и то же будет. Не будет. Васильевич, пусти нас сюда. Я так хочу. Можно я зайду парше и сниму ваше выражение лицо? Мы идем на курочек смотреть. Да. На маленький. А они не кусаются? Ой, да, они это не подают. Не. Я снимаю неправильно. Настя прям не знает, в какую сторону поворачиваться. Настя, смотри еще, кто тут есть. Смотри сейчас. Смотри, Настя. Это Васильевича любимая. Сонечка это, да? Боже, какой милой. Ну и котика, да?
Сонечка. Я там какое-то у Васильевича бесконечное. О, ко мне прыгнула. Привет. Они на ноги прыгают. Настюх, смотри, еще один. Самый маленький. Куда? Хорошо, мы тебе подарим. Лена, только что Настя захотела очень козлика. Я тоже хочу козлика. Васильевич, подаришь ему козлика? Да. Да, он давай подарит. Какой девочки, козлик. А, я не меня. Меня так Настя. Да. А вы на что, утюра, утюра. А, утюра? Так они только вчера народились, они еще молоко пьют. Та не гупай. Один тільки родився? Оце манюсенький тільки народився, дивіться. Ой, такий красивий. Ви чули? Говорит, хочу козлика. Они ж такие самые будут, как эти. Вы посмотрите, что они творят. Смотрите, девки. Оно танцует. Танцует. Он, наверное, Катю принял за маму. Ты снимаешь? Нет, хуй снимаешь, он стук. Скажи. Нет, я фоткаю. Короче, девки. Ой. Танцует. Ну скажи. Боже, ты такой. А вот еще Настя. Настя, смотри. Сюда. Сюда. Это реакция девочек на свиней. Боже, какие они здоровые. Это еще не все. Крюкни, свиньи! Крю-крю! О, господи! Ну, пошли, самое интересное Васильевич покажет. То, что очень долго хотела Настя увидеть. Ту в той деревне. Давайте сейчас этих собираем. Девчонки, ловим, собираем, помогаем Васильевичу. Идем еще в одно отделение. Скажи, Ма. Свет, нормально? Нормально. Даже если я снимаю, это нормально. А что ты со смешкой? Ма. Ма. Скажи, Ма. Все, Василий, забирай, бо он кричит. Да, ладно. Мы еще вечером сюда придем. Ловите! Ловите, девчата! А смотри, вон яйца лежат, видишь? Господи, там корова. Она это самая, нормальная? Нормальная, но я ж стою, она нормальная. Ты нормальная? Нормальная, говорит. О, она языком лежит тебя. Просто помоги мне, я так боюсь коров. Почему? Ой, я не знаю. Ты боишься коров? Она это самая. Не, не ударит, не бойся. Не лежи мене, не лежи мене, кажу. Не лизать. Нельзя лизать. Она сразу, Настя, вообще, удивляюсь, так пошла прям к лошади. Не боится вообще. Я тоже боюсь. Тоже не боишься? Не, не боюсь. Просто не хочу. Нет, я боюсь. Иди сюда. Смотри. А можно к корове подойти? Можно. Не бойся. Богу это сюда. Ну вот к лицу. Вот так, подходи, не бойся. Девочка, да? Да. Вот.
Она не будет тебя бить, она будет облизывать. Нет, смотри, она оближет. Языком будет. Видишь, языком лежит. Ой, ты Буша. Хвостом еще Дашу по лицу. А то она стряхивает себя, поняла? Да. Настя залипла в лошадь. Это явно, ей ничего не надо. Катя говорила, боится, но переборола, походу, свой страх. А кто там сзади? А там еще есть поросенок. Да. А не надо ко мне жопу поворачивать. А смотри на Настю. Настя, ты будешь... Настя, смотри. Она очень любит, очень. Встала и стоит. Боже, гляньте на лошадку, она тоже кайфует. Да, лошадка тоже уснула, походу. Дайте мне трюки. Не бойся, Настя. Да, она не хочет. Не бойся. Она к тебе же, видишь. Даш, не мешай. Расческа для лошади. Хвост. Индюки все-таки сидят, как я вам показывала. Не вдарить вам. Не вдарить? А ну сейчас я быстренько. Нет. Не бойся. Кать. Ты понимаешь, лошадь она чувствует, Кать, когда ты боишься. Но... Василич, ну проведи ее. Все, нормально. А тебя корова сзади сейчас будет лизать, смотри. Нет, как она лизает? Курица выплакала. Нет, это гус. Это качка. Ой-ой-ой-ой. Не бойся, не бойся. Настя залезла, Настя, ты сегодня там спишь? Конечно. По-моему, она обижается, что я глажу конячку, а не её. А конячка обижается, что ты на конячку глажу. И что, они, по-моему, не гладят теперь? Настёна, вылазь, пошли с козочкой сфоткаешься на улице. Настя не хочет выходить. Я знаю, где сегодня она будет спать. Пустишь? Пошли. Надо было все-таки что-то другое. А тебе мама говорила. А ты не слушала. Да сейчас с козочкой. Сейчас Василич даст козочку, на улице сфоткаетесь. А, все равно подожди, ничего не будем. Девчон, как вы думаете, там есть беседка. Мы будем сейчас ехать, оденемся, сверху на клеенки наденем. Мы доедем, там беседка полностью. Да, поедем, девки. Но не вас не пугает дождь? Нет. Бесстрашные девчонки. Я не эту черно-белую. Катя, бери на руки. Сфоткайся. Даш, видим. Мне вот это на лесную похоже почему-то, да? Она мои волосы хочет съесть. Смотри, это как... Настя, ай, ты чисто. Там грязь, иди сюда. Ты их просто не отстираешь. Гуля, на место. Гуля, на место. Боря не хочет идти на место. Это папа. Это не мама, это папа. Грызет. Катя умнее, она оделась. Забираем на Черкасы. Пират неугомонный. Ну все, ты забираешь? Ну все, ловлю на слове. Только он еще мало. А соски можно давать, да? Сосочку, знаешь, бутылочку? Кать, бутылочка, сосочка и поешь его. Сними меня.
ще хто до кого припав. Давайте та будем собираться ехать, девчонки. Сейчас он заметил. Я в шоке. От мамы забрали вот тут. Васильевич, ты прям в кадре. Без остановки, притом я тебя не вырежу. Кстати, мне очень многие писали, что ты очень позитивный, смешной. И много спрашивают, почему я Васильевича называю не папа, а Васильевич. Я объясняю, почему у меня Васильевич. Это не мой родной папа, но он очень уже более 17 лет живет с моей мамой. Поэтому я и говорю Васильевич. Но он мне заменил родного отца, даже, я вам скажу, больше сделал для меня, чем мой родной отец. Поэтому я его называю Васильевич. Да.